Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы рассматриваем жития святых во свете Библии, чтобы люди смотреть на все могли открытым оком. Вопрос 2070. Чем объяснить стремление ушедших в пустыне к полному одиночеству? Ответ. Только тем, что они были так научены и за образец брали не учение Христа, а усваивали наглядный пример монахов, пострижения, монастыри. Тогда была создана совершенно новая религия, без совета с Богом, без следования за Христом по Евангелию. Во время гонения пустыня давала приют и спасение. Евреям 11:38. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Откровение 12:6. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога. Судей 20:47. И обратились оставшиеся, убежали в пустыню к скале Римону, 600 человек, и оставались там в каменной горе Римоне 4 месяца. Мария Египетская, 1 апреля. Если кто видел, что другой идет к нему навстречу в пустыне, то уходил в другую сторону и продолжал свою жизнь в одиночестве, в постоянной молитве, вкушая в определенное время очень мало пищи. Арсений Великий, 8 мая. Однажды к преподобному пришел архиепископ Александрийский Феофил вместе с одним вельможей, желавшим побеседовать с преподобным и принять от него наставление. Преподобный же, помолчав немного, сказал им: «Исполните ли вы то, что я скажу вам?» Мы уже проходили это. Они обещали исполнить все, что бы он ни сказал. Тогда преподобный сказал: «Не приходите никогда туда, где будет Арсений». Пришедшие удивились ответу преподобного, однако послушались его и удалились. Случилось однажды, что один странствующий инок пришел к келье преподобного Арсения, хотел видеть его. Он и этого не принял. И так инок же, когда повел его к другому, к Моисею, бывшему разбойнику, тот его принял, накормил. Но видно, что лучше было. А теперь поведение определяет все-таки лучше это молчание. Потому что монах Яков Незибийский, 13 января, придя в возраст, святой Яков удалился в пустыню и жил на высоких горах. Весну, лето и осень он проводил в лесах под открытым небом. На зиму же поселялся в одной пещере, в которой укрывался от мороза. Пищей ему служило то, что земля рожала сама по себе, без какой-либо обработки ее. Он собирал плоды с лесных деревьев, съедобные коренья, подобные огородным, и подкреплял ими свою слабую плоть лишь настолько, чтобы только быть живу. Вот это путь людей, которые не очень-то утруждали себя. А Евангелие нам говорит так: в поте лица будешь есть хлеб твой. Земля произведет тебе волшцы, когда ты будешь пахать, сеять. Ануфрий Великий, 12 июня, на 17-й день своего путешествия, я подошел к некой высокой горе. Утрудившись от пути, я сел у подножия горы, чтобы отдохнуть немного. В это время я увидел мужа, приближавшегося ко мне, очень страшного на вид. Он весь был покрыт волосами, как зверь. При этом волосы его были белы, как снег, ибо он был седым от старости. Волосы его головы и бороды были очень длинны, доходили даже до земли. И покрывали все тело его, как некая одежда. Бедра же его были поясаны листьями пустынных растений. Когда я увидел этого мужа, приближавшегося ко мне, то пришел в страх и побежал на скалу, находившуюся наверху горы. А он же, дойдя до подножия горы, сел в тень, намереваясь отдохнуть, ибо весьма утрудился от зноя, а также от старости. Посмотрев на гору, он увидел меня и, обратившись ко мне, сказал: «Подойди ко мне, человек Божий, я такой же человек, как и ты. Я живу в пустыне сей, подвязаясь Бога ради. Имя мое Ануфрий. Я живу в этой пустыне 60 лет, скитаясь по горам. Я не видел ни одного человека, ныне вижу лишь одного тебя». Это, понимаете, как они рассказывают? 60 лет, и все. Ну, даже вот малепусенького шага нет по Евангелию. Савва Псковский, 28 августа, он ушел в пустыню, находившуюся на расстоянии 15 поприщ от Ефросиного монастыря, к озеру, называемому Крипец, и поселился тут на совершенно безлюдном месте. Это все копировали, несли. Так вот.
Вопрос 2071. Грех осуждения более всего порицается святыми отцами. А можно ли избежать этого греха, если уйти от людей и жить со зверями? Ответ. Никуда люди не могут идти от этого греха. Он и в пустынях так расцвел, что мирским это и не снилось. Особо они подозревали друг друга в связи с женщиной или наоборот. Тут поле деятельности бесам было безразмерное. Кто только не страдал от их игрищ. Иоанн 7:24. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Иоанн 8:15. Вы судите по плоти, я не сужу никого. Римлянам 14:13. Не станем же более судить друг друга. А лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. 1 Коринфянам 4:3-5. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. То бес в виде женщины являлся, то другим мерещился, как у Иоанна Новгородского. Если к ним случайно какая-то женщина забредала, то он уже кверху не смотрел, а помогал избавиться ей от болящих, наживая себе язву. Иногда монахи подстраивали друг другу, подкупали женщин, и те заявляли претензии на алименты. А всего проще было жениться и жить нормальной жизнью, а не строить ловушки себе. Пимен Великий, 27 августа. И потом рассказал такой случай. Некий брат был осмеян бесом, таковым призраком. Он видел иного брата, творившего грех с женщиной. Брат смутился в мыслях и был обуреваем похотью. Самое-то главное. Подойдя, он толкнул их ногой своей, сказав: «Оставьте, для чего вы согрешаете?» Но оказалось, что то были снопы пшеницы, а не люди. «Посему, — заключил Пимен, — говорю вам, не давайте веры тому, что видите очами своими». И потом прибавил: «Я думаю, что если человек покается от всего сердца своего и положит твердое намерение более не возвращаться ко греху, то Бог примет и трехдневное покаяние его». Пресвитер одного монастыря, услыхав о неких братьях, ходивших часто в город, мывшихся в бане, не прилежавших к спасению своему, разгневался на них и, придя в монастырь, снял с них одеяние монашеское. Но потом раскаялся, пошел к Аве Пимену, рассказал ему обо всем, что он сделал с тремя братьями. Старец же сказал ему: «Не имеешь ли ты в себе чего-либо от ветхого человека? Или, быть может, ты окончательно совлекся его?» Пресвитер, услышав от старца такие слова, умилился, призвал тех братьев, которых огорчил, раскаялся и снова облег их в одеяние монашеское. А однажды пришел к Аве Пимену Ава Исаак и, увидав, что он возливал на ноги свои небольшое количество воды, сказал ему: «Как жестоко иные удручают тело свое!» Старец же сказал ему: «Мы не научены быть телоубийцами». И потом сказал: «Бывает иногда, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. Есть такие, которые с утра до вечера говорят языком, но в то же время соблюдают молчание, ибо не осуждающий ближнего – то же, что молчащий». Вопрос 2072. Не говорит ли вам приложение к имени святого Великий о величии его подвига и пользы для церкви? Ответ. Может, это и говорило пустынникам, пещерным монахам, и сегодня говорит о том, кто Библию не читает. Галатам 2.6. «Из знаменитых чем-либо, какими бы то ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. В очах Божьих не послушая его слову, тем больше нарушитель, чем большее число людей вводит в соблазн отступлением от Слова Божия. Они, эти великие, были, быть может, самыми великими соблазнителями простодушных, кто доверился им и шел за ними, как бы за Господом Богом. Люди же Писания не знали, и потому селились вокруг них, и нередко натыкались на виссарионов красноярских, почитая их за истинных спасителей. Господь повелел идти и проповедовать миру Евангелия, а не блокировать толпы. За каждую обольщенную душу, кто сидел возле их келий, будут они давать ответ». Иезекииля 14:7. «Ибо если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов в своих сердце свое,
и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя?» Паисий Великий, 19 июня. Всему преподобному отцу стекалось множество не только иноков, но и мирян, желавших жить при нем, поселившись вокруг него, как рой пчелиный. Все они сильно жаждали насытиться сладостью его духовного меда. Ежедневно сильно увеличилось число братьев, собиравшихся и умножавшихся около него. Все они отвергли житейское, прелести мира сего. Евангельски подняли на плечи ярем Христов. Евангельски! Ни одного шага евангельского нет. И вокруг собирались. Зачем собираться, когда Библия была? И не будете иметь нужду, чтобы кто вас учил. Судя по возрасту, вам надлежит быть учителями. Из числа этих братьев одних преподобный отец отделял на подвиг молчания, дабы они наедине беседовали с Богом и в теплой молитве. Вопрос 2073. Какие заслуги ставили себе отшельники? Ответ. Наиглавнейшая заслуга себе они ставили первейшее нарушение главнейшего наказа Христа – нести благую весть, не знающим еще истины спасения. Марка 16:15. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Иоанн Прозорливый, 27 марта. «Я вспомнил тогда, что сказал мне преподобный, увещевая меня остаться в пустыне. 40 лет я пребываю в этой келье, и за все это время я не видел ни лица женского, ни какой-либо монеты, ни какого-либо, кого идущим или пьющим. Равным образом и меня никто не видал идущим или пьющим». Никандр, 24 сентября. «Как и сам он, так и супруга его Анастасия вели богоугодную жизнь. Часто бывали в храме Божьем, слушая Слово Господне и поучаясь заповедям Христовым. Старший сын их Арсений, постоянно видя перед собой благочестивый пример своих родителей, оставил мирскую суету и принял монашеское пострижение. Но еще более прославился своими подвигами и чудесами его брат Никон, впоследствии преподобный отец наш Никандр. Однажды, молясь в церкви, преподобный услышал евангельские слова: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея 11:28-30. Сие слова поразили Никона, и он решил скорее привести в исполнение свое заветное желание. Давно слышал он об одном каком-то пустынном, удаленном от сел и деревень месте между Псковом и Порховом, среди диких лесов и непроходимых болот, но не знал Никон человека, который бы мог точно указать ему то место. Желая постоянно исполнять на деле слова, сказанные Духом Святым через праведного пророка и царя Даниила: «Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». Это от пророка царя Давида. Смиренный подвижник усердно молил Господа, говоря: «Господи и владыка живота моего, Иисусе Христе, Сыне Божий, услыши молитву мою, удостой меня видеть пустыню, пошли мне мужа, который бы наставил меня на путь спасения и указал бы мне то уединенное место». Молитва святого была услышана, и по внушению Святого Духа из Пскова он отправился в свое родное село Виделебе. Здесь Никон узнал, что одному человеку по имени Феодор известно то место. Придя к Феодору, преподобный стал просить его: «С юного возраста слышал я о пустынном месте, но не было человека, кто бы указал мне его. Тебе известно место сего. Ради великого имени Божия укажи мне его. За сие и сам ты получишь награду от Господа, и моей грешной душе будешь наставником». Обещает награду за то, что помогут уйти от людей, за то, что помогут нарушать заповедь Божью. Вопрос 2074. Встречались ли вам в житиях такие случаи, когда страждущие обращались к великим пустынникам с вопросами, тем самым хотя бы на миг отвлекали их от самоубеждения: пустынник всегда прав? Ответ. Иногда такими алмазами истинно обсыпали этих великих, что диву даешься, склоняясь на сторону просителей. Сколько в их словах знания с Писания, и сколько грубого упорства непоколебимой замшелости в беглецах, в драных хламидах.
Иоанн 3:8. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. 1 Петра 2:16. Но был обличен в своем беззаконии бессловесной ослицей, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Иларион Великий, 21 октября. Когда Иларион почивал, то рядом с ним как будто ложились бесстыдно глумившиеся ноги женщины. Он устроил себе маленькую келейку наподобие гроба, так что он едва она вмещала его в себя и жил в ней, подвязаясь в борьбе с невидимыми духами. Когда преподобный Иларион прожил много лет в той пустыне, слух о святости его жизни прошел по всей Палестине, и к нему начали стекаться люди, искавшие помощи в его святых молитвах. Первая пришла некая женщина из Элефирополя, провевшая в супружестве 15 лет и оставшаяся бездетной. Терпя от мужа за неплодие постоянные укоры и оскорбления, она дерзнула прибегнуть к святому и припасть к его ногам. Иларион, увидав ее, отвернулся. Тогда она начала со слезами молить его: «Зачем ты отвращаешься от меня, раб Божий, когда я нахожусь в печали? Зачем бежишь от меня, когда я умоляю тебя с рыданиями? Воззри на нее, женщину, то она более сердца и на ее слезы. Умилосердись надо мной, учи, угодник Христов. Вспомни, что Спаситель почтил наш пол, облегшись от него человеческой плотью, что и сам ты рожден женщиной. Посему не отвергни без помощи меня, притекшую к тебе и ожидающую от твоих молитв разрешение своему неплодию, за которое мой муж постоянно укоряет и оскорбляет меня». Вопрос 2075. Что служило источником прозорливости для насельников монастырей? И не им ли сказал пророк: «И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога». Михея 3:7. Ответ. Они не искали ответа строго по Писанию, а ждали каких-то откровений, знамений. Им все время нужно было, чтобы кто-то извне указал им. Исайя 47:10. «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: я и никто, кроме меня». Мария Египетская, 1 апреля. «Иоанну, игумену монастыря, где ты живешь, скажи, смотри за собою и своей братьей. Во многом надо вам исправиться. Но скажи, это не теперь, а когда Бог наставит тебя». Игумен Иоанн, как о том передавали еще преподобные Мария и Авве Зосиме, нашел некоторые неисправности в монастыре и устранил их с Божьей помощью. 2076. Разве плохо, что человека в монастырях приучали к полному послушанию старшему? Сегодня нигде нет никакой дисциплины, и навыки таковые не были бы лишними. Ответ. Послушание – великая вещь, но у всего великого есть начало и возрастание. 1 Царств 15:22. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Послушание Господу спасает от блуждания ума, ведет к достижению благой цели. Исайя 29:24. «Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». На послушании строится и добро, и злодейство. Какие послушные были гитлеровцы, большевики, киллеры всех веков. Но Бог дал человеку свободу. И эта свобода начинается в свободе духа, в разуме, чтобы ты мог избрать и принести послушание в здравомыслии Богу. Если же свет евангельский погашен, то отдающий приказание делается орудием дьявола, а исполнитель следует за слепцом, и обеих ожидает провал в ад. Самое преступное – то, что этого послушания стали требовать во имя Христа, и всю вину за исполнение безумств стали теперь взваливать на Иисуса. Священное Писание учит нас иметь послушание Богу. И это вполне достижимо, когда душа возродилась свыше и движима Духом Святым. Все делает с любовью и самоотречением. 1 Петра 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца».
В монастырях шло частое извращение личности, и самые садистские замыслы без затруднений покрывались тем, что это творилось якобы для послушания Христу. Бездумность, полное выхолащивание мысли приводило к бегству из монастырей, ярому бунту, так что игумену приходилось спасаться бегством или погибать. Римлянам 6:16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Уставы повелевали наказывать розгами непослушных. Это во всех уставах самых знаменитых монастырей. И самым страшным преступлением было бегство из монастыря. Равным ему было только сокрытие подготовки к побегу или заступничество за наказанного. Этих без милосердия предавали проклятию. Произошла подмена Царствия Божия монастырем, и воля Бога была полностью заменена волей и хотением начальника монастыря. Пахомий Великий так и пишет: «Всех зол хуже противиться воле Божией и угождать своему хотению». И поэтому всякое непослушание безжалостно каралось. Человек мог прожить только в беспрекословном послушании любому эксперименту своего авы. Евреям 2:2. «Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Страница 155, пункт 8. Древние иноческие уставы. Древние. Теперь предложу о достопамятном деянии Аввы Муция. Слушайте, кто любит монашеское житие. Который, когда отрекшись от мира, искал приятия в обитель, прождал за воротами монастыря в томительном страдании доли, нежели кто другой, и своим неутомимым терпением достиг того, что его сверхобычая киновейского приняли в обитель вместе с маленьким сыном, которому было тогда около 8 лет. Когда они, наконец, были приняты, то тотчас были размещены в разные кельи и отданы под науки разным старцам, чтобы отец не помышлял, что из всего им оставлено, у него остался, по крайней мере, сын. А напротив, чтобы как знал он, что теперь уже не богат, так перестал сознавать себя и отцом. Чтобы потом яснее обнаружилось, что в нем берет перевес кровное ли сострадание или повиновение самоумерщвлению, которое по любви ко Христу должен всему предпочитать нарочно, оказывали они пренебрежение к его детищу, одевали его в тряпки более чем настоящую одежду, держали неумытым и нечесанным, так что взгляд на него мог скорее скорбь причинить отцу, чем доставить утешение. К тому же часто и побои наносили ему. И отец своими глазами видел, что невинного малого бьют понапрасну. А где же любовь-то Божия? Представьте ребенка. 8 лет. Ваше детище. И он знает, отец его любил, чисто одетый был, накормил, спал, отец грел его, ну, без матери. И вдруг он к отцу подходит, отец на него не смотрит. Он ее зовет: тятя, тятя. Он ноль внимания, несмотря, однако же, на то, что с сыном его так поступали каждодневно, на глазах его он от любви ко Христу Господу и добродетели и послушания хранил сердце свое свободным от всякой тревоги и смущения. Ибо не считая уже его своим, после того, как вместе с собой его принес в жертву Христу, и не на настоящее оскорбление его смотрел, а паче утешался верою, что они никогда не бывают переносимы бесплодно. Почему мало думал о сыне и слезах его, а всю заботу обращал на свое преуспевание в смирении. Такое отрешенное настроение его ума и сердца не могло укрыться от Авы Киновии. И он, желая показать твердость его духа, в один день, когда сын его о чем-то плакал, как бы в сердцах на него приказал отцу схватить его и бросить в реку. Это как бы, это не по злобе. Вот и как он Аву-то выворачивает. Ну, нынче это будет как? Это соучастник преступления. Это уголовники. Страшные люди. Тот, как бы от самого Господа, приняв повеление, бегом побежал, схватил сына и на своих руках притащил его на край реки, бросил его в нее. Представляете, картину сейчас это показать. Как сын трепещет в ее руках, смотрит, он не поймет, это не отец его, нет.
куда тащит к реке, и видит, рядом река бушует. Что думал-то этот младенец-то? Неважно, Авва думает другое. Замолкни. Такова была горячность его веры и стремительность его послушания. И утонул бы отрок, если бы наперед, нарочно посланное туда братья и заботливо обложившие берег речной его, брошенного уже не вытащили из глубины реки. Значит, река была не маленькая, глубокая, и специально они все пристроили, чтобы мимо не пронесло за пруду какую-то, а потом вылавливали какие-то сети. Да как он мог остаться живой? Я уже в это не верю. Во глубине реки ребенка, да он мог где-то засыпить все одежды. Это уже все говорят так. Древние иноческие уставы, страница 572, глава 27. Вот как нужно. Так, маленькое стихотворение можно прочитать. Пишет женщина. В тот день была жара и духота, и мог под солнцем выстоять не каждый, когда Спаситель, свесившись с креста, сказал в толпу, что он томится жаждой. Был старший стражник слишком зол и груб, чтоб дать воды из глиняного кубка. Ползет на трости до Христовых губ злым уксусом пропитанная губка. Так шли часы, мучения полны, и пот тяжелый смешивался с кровью. Вверху креста крепилась к изголовью доска-табличка с надписью «Вины». Считались буквы крупные на ней, по-римски, гречески и арамейски, и, значит, Иисус, Н, Назарей, в насмешку С, и И, царь иудейский. Над площадью, над скопищем голов, все зоры эта надпись призывала, и Н, С, И, и сокращение слов, всех самых пор зову инициалы. Надежда Веселовская, 1990. Во славу Божию.